Жимолость, как и голубика, для меня культура новая. Поэтому знакомиться и набираться опыта будем вместе. У жимолости есть одна особенность, о которой нужно помнить. Нельзя сажать один куст. Чтобы жимолость плодоносила, необходимо высаживать как минимум два разных сорта рядом друг с другом. А лучше 3, 4 или 5 кустов жимолости. Почему нельзя сажать жимолость одну? Жимолость – это самая ранняя ягода. Она начинает зацветать, когда только пригревает солнышко. В это время насекомые еще спят, и ее опылять некому. Некоторые сорта жимолости могут проснуться и зацвести даже зимой, если будет плюсовая температура. При покупке жимолости мне порекомендовали обратить внимание на канадские сорта, так как для их пробуждения нужна более высокая температура. Поэтому они просыпаются ранней весной, когда сильные морозы уже позади. Если информация была для вас полезной, не забудьте поставить лайк и пишите комментарий. Это самая ранняя ягода. Она зацветает, как только пригреет солнце. Забыла. Нужна более высокая температура для пробуждения. И поэтому они просыпаются только ранней весной, когда ночные заморозки уже позади.